Дверь чуть не свалилась, когда Леонид Александрович толкнул ее. Вроде всего лишь легонько надавил ладонью на старое скрипучее дерево, а дверь уже повисла на проржавевших старых петлях, грозя оторвать их и грохнуться в коридор, поднимая облако пыли. А пыли будет много. Видно невооруженным глазом, что тут давно никто не живет. Как и во всем полуразвалившемся доме. Все квартиры пустуют, в них лишь захаживают бомжи с целью переночевать, да и то, судя опять же по общему беспорядку и куче пыли вокруг, делают это очень редко. Только поэтому место и было выбрано для очередного «Леонид Александрович». Устало раздалось где-то в глубине помещения. «Да-да», – пробормотал мужчина, тряся головой и моргая воспаленными от бессонницы глазами. «Сколько он уже не спит?» Мысли с каждым днем становятся все медленнее, все сложнее рационально соображать, давать поручения. Да даже выполнять свою собственную работу настолько тяжело, что... Ну вот, забыл, что хотел сказать. Откашлялся, повысив голос. «Сейчас подойду». Шаги громко отдались по коридору, подошвы туфли скреблись по дощечатому полу, противно проникая в уши. В таком состоянии каждый мелкий шум отдается в барабанных перепонках так, что хочется запихнуть беруши хоть на полчаса, лишь бы немного успокоиться. Мужчина поморщился и постарался поднимать ноги повыше. Сейчас в пыли заметно множество следов, в некоторых местах на полу виднеется земля, нанесенная с улицы. Но несколько часов назад тут были только отпечатки больших ботинок с толстой подошвой. 45-й размер, прямо как у него. Но толку-то с этой информацией? Пальто зацепилось за почти неприметный кусок дерева, который будто нарочно торчал с дверного косяка множество лет, поджидая неосторожного гостя. Мужчина дернулся, чудом, еще сильнее не разорвав плотную материю. «Черт!» Пошатнувшись, пробормотал Леонид Александрович, смотря на измазанный пылью рукав. Мысленно плюнул. «Потом отряхнусь». Зашел в комнату. Проем был пуст. Видимо, дверь давно сняли за ненадобностью. Пропустил грязную темную кухню и мелкий закуток. Скорее всего, туалет или ванная. Скудное освещение благодаря раннему солнечному свету, пробивающемуся сквозь несколько мутных чудом уцелевших стекол, давало различить такой же скудный и грязный интерьер. Вещи, которые за все это время не разграбили, не вынесли наружу и даже не поломали. Односпальная узкая кровать, расположенная прямо у двери. Шкаф с различной посудой, правда почти вся разбитая. Осколки тарелок и прочие утвари россыпью валялись на полках. Пара тумбочек. Рядом кособокий стул, настолько древний, что даже касаться его было страшно. Пузатый телевизор с разбитым экраном прямиком с 90-х и зеркало напротив, большое и чистое. Все остальное вокруг в пыли, наверное, толщиной с палец. А вот зеркало, трильяж, подсказал внутренний голос ненужную на данный момент информацию, чистое. Ни единого пятнышка, словно его специально протирали. Зато пятнышек много в другом месте, на полу, красных, навсегда впитавшихся в дерево. И еще одна россыпь на растрескавшихся от времени обоях, местами провисших со стен комнаты. Посередине всего этого безобразия стоял молодой человек, лет 30-35. Невыспавшееся и усталое лицо, всклокоченные волосы, форма толком не заправлена и отсутствующий взгляд. Наверное, сейчас так же выглядит и он сам. «Здравствуй, Игорь», — слабо махнул ему рукой Леонид Александрович. Хотелось присесть, но он знал, что если сейчас так сделает, то можно просто отключиться. Лишь постоянные звонки от начальства до крепкий кофе – вот две вещи, которые не дают ему провалиться в спасительное забытье. И третье, самое главное – жажда поймать. «Все то же самое», – сказал Игорь, перебив его мысли и протягивая фотографии. Он глядел куда-то в сторону, стараясь не встречаться взглядом со своим руководителем. Мужчине совсем не хотелось смотреть на снимки, но это нужно. Лучше так, чем приехать сюда на полчаса раньше и лицезреть все своими глазами. Хотя в первые разы он именно так и делал. Даже зная, что на них запечатлено, Леонид Александрович все равно сглотнул мерзкий ком, грозящий вырваться наружу, но продолжил рассматривать детали интерьера, сравнивая их с действительностью, выискивая разницу, несоответствие. Красные брызги на фото казались ненастоящими, словно удачный кадр кровавого ужастика, который так любил его сын. Но переведя взгляд на заляпанные стены, мужчина понимал,
К сожалению, это все реально. Хорошо, что он сегодня не завтракал. И, скорее всего, уже не пообедает. «Никаких изменений?» – небрежно бросил Леонид Александрович, обращаясь к Игорю. «Глупый риторический вопрос, напрасная надежда, что в этот раз где-нибудь тварь ошиблась. Как и в прошлых 7 случаях, анонимный звонок с левой симки, обнаруживаясь здесь же, короткими фразами ответил Игорь, продолжая глядеть в сторону. «Приехали, ну и нашли очередной подарок от спасителя. Хватит его так называть», – процедил мужчина, смотря прямо на ошеломленного Игоря своими красными от усталости глазами. Парень попятился, удивленный этим резким порывом злости. «Долбанные журналисты дали кличку, и теперь все ее наперебой цитируют. Какой к черту спаситель стал бы так делать?» «Извините», – пробормотал Игорь, взлохматив волосы, покраснел от волнения и уставился в пол. «Ты меня извини», – своим обычным тоном продолжил Леонид Александрович. «Просто понимаю». Не стал обижаться Игорь. Печально покачал головой. «Я сам виноват. Не стоило идти на поводу у прессы». «Снова никто ничего не видел?» Еще один риторический вопрос. «Он продолжает выбирать самые заброшенные места и безлюдные, а отцепить их во всем городе никогда не получится. Слишком много нужный человек». Другого ответа Леонид Александрович не ожидал. Ради чего сюда он приехал? Узнать, что опять ничего не известно, потоптаться на месте преступления или посмотреть на снимки, из-за которых перед глазами будут стоять ужасные вещи в ближайшие дни? Бред. Все эти недели как бред безумства или сон сумасшедшего, хотя лучше, чтобы все оказалось его обычным кошмаром. Чтобы он сейчас проснулся и с веселой улыбкой пошел завтракать с сыном, а не стоял в замызганной заброшенной квартире, пялись на пол и стены. На одну из стен он пока что так и не посмотрел, сдерживая ярость. Мда. Хоть тело уже убрали, но вокруг все равно витал прогорклый запах. Запах смерти и вонь, впитавшаяся в пол и, скорее всего, начавшая проникать в пальто. Но это привычно, одежда тоже повидала на своем веку многое. То, от чего он сам время от времени не может уснуть, либо просыпается в конвульсиях. Происходящее уже 2 месяца, события рассудок переносят очень плохо, да и возраст сказывается. «Езжай назад», — Леонид Александрович аккуратно помассировал веки пальцами, чувствуя, как они дрожат. «Я тут еще побуду, может, все-таки что-нибудь найду, хоть как-то оправдая свой приезд сюда». Игорь открыл рот, но тут же передумал, глядя на осунувшегося начальника. Тот был слишком упрямым человеком. Отговаривать лишь просто потерять драгоценное время зря. А это дело уже настолько въелось в него, что жажда разыскать безумца, похоже, все больше превращает Леонида Александровича в какого-то зомби. Игорь хотел предложить довести коллегу до дома, хоть немного вздремнуть, но вместо этого молча пожал протянутую чуть потрясывающуюся руку и вышел с сутулью в плечи и сгорбив в спину, словно даже на прямую осанку сил уже не оставалось. А ведь у него еще много дел на сегодня, которые не терпят отлагательств. Оставшись один, Леонид Александрович наконец развернулся и уставился на грязную стену. Эта вещь тоже повторяется из раза в раз. Надпись прямо над телом. На полуотклеившихся обоях было написано красной краской. «Не ври себе, ты прекрасно знаешь, что это не краска». Красивым, даже каллиграфическим почерком. «Надеюсь, я вас всех спасу». Кулак со всей силой впечатывается в чертовую букву, отдаваясь жгучей болью в костяшках. Спасителем его как раз и прозвали из-за прощальной подписи, которую он оставлял. Журналисты, как всегда, быстро раскопали про эту немаловажную деталь дела и тут же придумали кличку, сразу намертво прилипшую к убийце. Вначале в кавычках показывая тем самым негативный смысл данного слова, но затем со временем их убрали, хотя люди до сих пор продолжают жаловаться на это, прося вернуть их назад. Как будто дела поважнее нет. Сам убийца никак не реагировал на прозвище, просто продолжал звонить в полицию, говоря адреса, по которым следует прибыть. Леонид Александрович вовремя успел притормозить на светофоре. Через пару мгновений загорелся красный, и по пешеходу прошествовал грузный мужчина, шатаясь, но непонятным чудом держась на ногах. Еще только утро, а уже нажрался. Заныли отбитые в квартире костяшки от неистового желания врезать по пьяной морде. Злость кипела внутри, требовала выхода, желательно на живом существе. Ведь человеком назвать эту плетущуюся срань язык не поворачивался.
Но какая вина подвыпившего мужика? Ты сам бы хотел так сделать, нажраться до беспамятства, успокоить пошатнувшиеся нервишки, забыться хоть на одну ночь. Нет. Леонид Александрович попытался отрицать очевидное, сильно сжал руль поврежденными пальцами. Да и ты это прекрасно знаешь. Неумолимая правда разбила все неуклюжие попытки. Звук сигнала еле-еле проник в уши, словно где-то в отдалении, а не рядом. Через несколько секунд шум повторился, стал объемнее, громче. Только тогда Леонид Александрович встрепенулся. Увидел в зеркало заднего вида яростно сигналищую машину. Ее водитель в третий раз нажал на руль, высовывая с полуоткрытого окна голову. Черт, опять задумался о своем и пропустил зеленый, да и чуть не задремал. Извиняюсь. Леонид Александрович отмахнулся от пронесшейся мимо БМВ и что-то пищащему ему водителю с красной недовольной мордой. Пьяный мужик невозмутимо продолжал ковылять по асфальту, уходя все дальше и дальше по улице. Вот таким вот людям похрен на все. И на раннее время, и на отсутствие людей, и на неспокойный район, и даже на маньяка, орудующего в городе. Хотя последнее пьянчугу особо волновать не должно, и беспокоиться за свою шкуру тоже. Волноваться следует самому убийце. Я все же найду тебя, тварь. Яростные мысли заставили взбодриться, пристальнее следить за дорогой. Из-за этого урода жители даже днем боятся оставлять детей без присмотра, но те продолжают исчезать и появляться потом в совершенно неприглядном виде. Уже первый труп потряс город своей жестокостью, точнее второй. Первый на время удалось скрыть от общественности, думали, что обойдется, привыкли, что городок довольно тихий, давно ничего такого не случалось. Дел, от которых кровь стынет в жилах, и лишь диву даешься, что человек вообще на такое способен. Испугались паники, которая непременно должна была начаться. Его разбудил рано утром, даже скорее поздней ночью, звонок от начальства, даже толком не объяснившее, что к чему. Лишь приехав на место, древний, провонявший плесенью частный дом где-то на окраине, Леонид Александрович понял, почему никто не смог ничего рассказать. Это надо было видеть своими глазами. Ужаснуться этой нечеловеческой жестокости. После такого он уже не мог нормально засыпать. Участившиеся кошмары не всегда перебывали даже таблетки. Труп ребенка, лет 10, прибитый гвоздями к полу, один удар ножом в сердце. Аккуратно, и как потом скажут эксперты, профессионально. А дальше? Дальше убийца вскрывал тело, тоже методично, осторожно и аккуратно, словно преследуя какие-то свои цели, боясь что-то сделать не так. Ну и последний штрих, хотя криминалисты говорили, что с этого спаситель и начинал. Непонятные символы, которые он чертил на жертве на руках. Закорючки так и остались неразгаданными. Не нашлось совпадений ни на одном языке. Просто сумасшедшие каракули, будь им же и придуманные. Либо маньяк был умнее и пытался распылить внимание полиции на несуществующие детали, отвлечь, привести по ложному следу, что на время ему даже удалось. В любом случае, только когда появилось второе тело, подключилось телевидение. Кто-то слил некоторые неприятные моменты, засекреченные детали. Хотя в эпоху растущего влияния интернета и множества камер спрятать хоть что-нибудь становится все труднее. Но этой твари удается. Удается каждый раз оставаться непойманной. После третьего трупа началась всеобщая паника, которую так хотели избежать. На них стали давить сверху. Видимо, думаю, что такие вещи расследуются по взмаху руки от любого щелчка пальцев. Дело передали в более серьезные инстанции. Те сходу выдвинули свою версию, которой одно время придерживался и Леонид Александрович. Что спаситель, один из них, служит в правоохранительных органах. Как раз из-за этого и знает про грядущие облавы, детали поисков, имеет доступ ко многим базам данных. Версия так и осталась неподтвержденной. Да просто сотрудников на детекторе уже ничего не дали. Слежка за некоторыми, самыми неблагонадежными работниками тоже. Наверное, убийца был крайне доволен собой, что ему удается раз за разом оставлять всех без малейших подсказок. Кто же он такой? После пятого погибшего ребенка получили взбучку те, кто повыше, а тех, кто сидел еще выше. Но толку не было. Никаких следов или отпечатков. Никто ничего не видел. Понятно только одно. Маньяк забирал лишь тех, кому было 10 лет. Ни больше, ни меньше. Дети из вполне благополучных семей, возраст, в котором ты уже не сядешь в машину и не подойдешь к незнакомцу, который хочет угостить конфеткой. И все равно исчезновения продолжались. Из парка, с улицы, с остановки, даже из дома. Спаситель умудрялся каким-то дьявольским образом не попасться ни на одну камеру.
никто не смог его ни разу сфотографировать, даже приблизительно разглядеть цвет волос, одежду или рост. И как ему удавалось заговорить ребенка так, чтобы тот пошел с ним? Леонид Александрович стыдливо радовался, что его сыну уже 14, явно неподходящий возраст для этого урода. Еще в убийствах не было порядка, каких-нибудь временных рамок. По поводу второго ребенка спаситель позвонил в полицию через пару дней. Третий звонок с ужасом ожидали почти неделю, четвертый труп практически сразу на следующий день. Никто не знал, когда тварь нанесет следующий удар. Что еще больше деморализовало людей. После седьмого ублюдка не было слышно целых 17 дней. Но Леонид Александрович точно знал, это совсем не конец. Озлобленные горожане, доведенные до кипения, сами начали патрулировать свои районы, создавая вечерние и ночные патрули, не надеясь на правоохранительные органы. Но спаситель действительно был как призрак. Некоторые особо умные стали реально его считать каким-то высшим созданием, наказанием, отбирающим самое ценное. Особенно после того, как оказалось, что родители одного из погибших были замешаны в серьезных денежных аферах, а другой ребенок был сыном депутата, тоже не слишком чистым на руку. Но у других-то остальные не подходили, обычные дети, обычные семьи, поэтому версия «Мстителя» тоже быстро раскололась, хотя у нее до сих пор оставались верные адепты, верящие в любую чепуху, и яростно отстаивающие свою точку зрения. Единственные так называемые улики – отпечатки ботинок 45-го размера и новый предполагаемый мотив, поданные тоже не без помощи журналистов и повывазивших изо всех щелей доморощенных экспертов по криминалистике, что маньяк убивает детей, думая, что помогает попасть им сразу в рай. Тот тип серийных убийц, которые считают, что у них на Земле есть какая-то миссия, высшая цель, ради которой они готовы делать все, что угодно, даже совершать ужасные неправильные вещи. Спаситель ищет самые невинные создания, отправляя их наверх, оттуда и подпись. Он пытается сказать, что детишки в лучшем месте, не нужно переживать. Какого хрена они тогда так обезображены? На этот вопрос все тут же скромно закрывали рты. Но находились люди, много людей, верящих и в такое безумие. В соцсетях появились группы поддержки, но не семьи погибших, а этого ублюдка, этой жалкой пародии на человека. Безумное время. Еще пара жертв, и у него действительно могут появиться подражатели. Вот тогда начнется самая жесть. Леонид Александрович притормозил, ощущая резко кольнувшее чувство опасности. Он всегда старался доверять своим инстинктам, поэтому сразу закрутил головой, надеясь поймать глазами то, из-за чего взвыл мозг. Голова закружилась от частого мотания стороны в сторону, и мужчина утомленно прислонился лбом к холодному стеклу. Главное не засыпать и держать себя в руках. Сердце больно заколотилось в груди, намекая, что так долго насадно работать оно не сможет. Он отдышался, открыл дверь и вышел наружу, все еще держась за бампер машины. Где источник опасности? Или его чувства тоже притупились, нуждаются в отдыхе? Взгляд зацепил лениво идущего по улице высокого мужчину в длинной теплой куртке. Лица не видно, но он единственный, кто сразу привлек внимание Леонида Александровича. «Под куркой может быть что-то спрятано», — подсказал внутренний голос. «На улице не так холодно, чтобы ходить, укутавшись почти в зимние вещи». Мужчина притормозил неподалеку, принявшись рыться в карманах. Достал телефон, быстро стал там печатать, изредка бросая взгляды на пустую детскую площадку. Почти пустую. Леонид Александрович увидел, как по асфальту гуляет ребенок, пиная мяч, а мамаша сидит на лавочке рядом, ободряюще ему улыбаясь. С этого расстояния сложно разобрать, сколько пацаненку лет, но навскидку около 10. Даже удивительно, что мамаша вышла одна. Пусть по улице ходят люди, проносятся машины, но он бы не стал вот так вот тащить в одиночку своего сына посидеть в парке. Леонид Александрович уверенным шагом направился к незнакомству, перед этим быстро проверив, захватил ли с собой табельное оружие. Мужчина словно спиной почувствовал, что к нему идут, и резко обернулся, непонимающе нахмурившись. Отлип от своего места и зашагал по направлению к женщине. Леонид Александрович ускорился, заметив, как мужчина снова засунул руки в карманы, зашевелил там пальцами. Голову кольнуло еще раз, более ощутимо.